Всем привет, с вами Gabzor.com, и сегодня мы с вами детально изучим комплект модуля оперативной памяти Patriot Memory Wiper RGB с тактовой частотой 3200 МГц. Эти планки уже доступны в российских магазинах, более подробные характеристики и цены по ссылке в описании к этому видео. Комплект включает набор документации, поставляется в стильно оформленной коробке, предоставляется пожизненная гарантия. Модельная линейка Patriot Memory Wiper RGB включает модули с разными тактовыми частотами и 2066, 3000, 3200, 3600 и 4133 МГц. Как я говорил в начале, есть варианты исполнения, окрашенные в черный и белый цвет. Сам радиатор со стилизованным рисунком в центральной части. Сверху вставка из полупрозрачного пластика с RGB подсветкой. Тут есть несколько независимых зон с независимой работой и различной формой. Выглядит интересно. Сама подсветка активируется сразу при включении системы. В последующем ее можно будет настроить, воспользуясь софтом, например, материнской плат Asus S40 GB и MSI, а также самой Patriot. Так, цвет подсветки и ее эффект может быть синхронизирован с остальным железом, а также используемой периферией. Смотрится подсветка аккуратно и стильно, по центру гребня нанесен логотип производителя. Радиатор выступает за пределы печатной платы. Общая высота планок увеличена, это может создать сложности с установкой ряда систем башенного охлаждения. В планках Patriot Memory Wiper RGB используют чипы памяти Samsung, они одноранговые. На официальном сайте доступна утилита управления подсветкой. Все настройки собраны в одном окне. Можно выбрать эффект, статичный цвет, яркость и скорость эффекта. Все это сразу отображается на ваших планках. Работает оперативная память с напряжением 1.35, поддерживается XMP 2.0 профиль. Проблем с запуском на частоте 3200 с таймингами 16, 18, 18, 36 не возникает. Мы, конечно же, провели и проверку максимально стабильной частоты. И для этого комплекта мы получили 3600 МГц с таймингами 17, 19, 19, 36. Напряжение 1.4. Как итог, Patriot Memory Wiper RGB с учетом стоимости и разгонного потенциала выступает удачным вариантом при поиске оперативной памяти. Вместе с высоким уровнем быстродействия тут предлагается настраиваемая и синхронизируемая подсветка, пожизненная гарантия и аккуратный внешний вид. С удовольствием обсудим эти планки с вами. Всем спасибо за внимание и пока-пока.